Студия Андрей Юлиан представляет. Может быть, кто-то слышал о Боге и бессмертии души, но даже задуматься не хочет на миг, что ожидает его в потустороннем мире, пренебрегая спасением души своей. Может быть, кто-то вообще не слышал о Боге и думает, что смерть — это предел, черта, за которой вечный мрак, пустота. Может быть, кто-то считает себя религиозным человеком, посещает церковь, проявляет милосердие, но не желает отвергнуть грех в жизни своей и омыться кровью Христа. Любая из этих концепций, которая импонирует тебе, ведет в ложном направлении и заканчивается катастрофой. Катастрофа в том, что ты не подготовился к вечности и должен увидеть Бога, которого не любил и отвергал в своей жизни. Услышать от Него грозный приговор. Идите, 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 идите. Когда случается катастрофа, хочется быть уверенными, что она не повторится снова. Она в автомобильной катастрофе разбилась во цвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль. Во взоре гаснет слабый жизненный свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Войди. И мать вошла и стала у порога, как боялась поближе подойти. Стань здесь поближе, мать, я умираю. Меня ты петь учила, танцевать. Я на рояле хорошо играла, но вот мне нужно умирать. Не страшно, мать, о Боге я не знаю. Скажи, отметь, как вечность не встречала. Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать. Мать, но лишь
последнее время жизнь наша стала очень опасной. Смерть – это не дряхлых стариков удел. Весь мир встревожен последней новостью, случай, который произошел с моим племянником. Дима разбился при скорости более 100 миль в час. Это нереальная скорость. При такой скорости обычно или сворачивает шею, или вообще голова отлетает. Дима в реанимации пришел в сознание, кровь пошла из носа, глаз, ушей. И если бы пленочка, в которую обернут мозг, порвалась, то шансов вообще никаких не было для жизни. Врачи сделали очень уникальную операцию. Сзади на голове у него изображен вопросительный знак. По всей видимости, это как бы не мой вопрос. Дима, для чего дарована тебе еще раз жизнь? Дорогой друг, чтобы не произошла в жизни твоей катастрофа, доверься Иисусу. Может быть, ты сегодня многое чего достиг, но без Иисуса ты ничто. Ты моя охрана, Господи.
поддержке, в твоей защите. Я не знаю, куда идти. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, Господи, на что мне эта жизнь без Тебя. Помоги мне, Боже. Помоги мне, Господь. Только Ты, Господи, станешь правильной рубежей в жизни человека. Будь всегда со мной. Забудь, что в жизни не везет. Гора проблем, душевный гнет. Дай согреться.